Всем привет! В комментариях к нашему видео зрители часто задают свои вопросы. Поэтому мы решили создать отдельную рубрику «Вопрос-ответ». Чем СНПЧ лучше картриджей? Кстати, этот вопрос самый популярный. Я назову вам 5 главных причин. СНПЧ вы покупаете только один раз, а затем по мере необходимости просто доливаете чернила. Система подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования. Ее очень удобно заправлять, а обнулить электронный уровень чернил можно одним нажатием кнопки. Объем резервуаров СНПЧ в 10 раз больше, чем у стандартных картриджей. И этого хватит, чтобы напечатать не менее 4500 страниц текста. Можно использовать любые типы чернил, и при этом себестоимость отпечатков снизится в 20-30 раз. Ну и бонус. Сейчас появились бесчиповые модели. А это значит, что вам не нужно постоянно обнулять чип и следить за электронным уровнем чернил. Просто контролируйте фактический. Оставляйте свои вопросы в комментариях, и я обязательно на них отвечу в следующих роликах. Но это еще не все. Время интерактива. Киноиндустрия уже давно и надолго завоевала наши с вами сердца. Премьеры массовых фильмов мы ждем годами. Просматриваем кастинг актерам, пытаемся выяснить сюжет и с нетерпением ждем выхода первого трейлера. И мы решили выяснить, как же хорошо вы знаете фильмы. Ваша задача — понять, что это за фильм, и написать его название в комментариях. Поехали! Поехали!